На данный момент людям, имеющим медотвод, а также тем, у кого нет доступа к порталу госуслуг, нужно обращаться в поликлинику, чтобы получить бумажный сертификат с QR-кодом. До 12 ноября Министерству цифрового развития поручено разработать техническое решение, которое обеспечит быструю и удобную выдачу документа в МФЦ. Как отметили в правительстве, такая услуга будет особенно актуальна для граждан, не зарегистрированных на госуслугах, либо не имеющих возможности распечатать сертификат самостоятельно.